Приехали мы на место, откуда начнем свое путешествие по реке. Каравалар. Шереф бен, Тарзан рафтинг. О, тешекирлен. Супер снаби. Мы два раза уже спускались по реке, сегодня третий раз. Лена еще волнуется до сих пор. А представьте чувство людей, которые вообще первый раз. Ребята! Вы еще не переворачивались сегодня? Нет. Нет еще? Молодцы! Помогать не надо. Ладно, ладно. Все, авария. Все, мы пошли. Вон там есть вышка, сейчас на вышку поднимемся и поедем. Вот на такой красивой панораме расскажу вам анекдот про Робинзона Круза. Обязательное условие – нужно нырнуть в реку. У-ху! Все, ушел наш ихтиандр. Сейчас мы начнем сплав. Я хочу замерить температуру воды. Вот, зашел я уже в речку. Опускаю градусник. Смотрим и удивляемся. 20 градусов, 19, 18, 17, ничего себе, вода-то холодненькая, ребята, ну короче 17 градусов вода. Я готова, теплая вода с собой. Все, сегодня будет весело. Get enjoy. Приодели нас в амуницию и сейчас везут вверх по реке. Сейчас сядем на лодки и будем сплавляться 13 километров. И пустят нас по течению. Где-то 2,5-3 часа будем плыть по реке. Будет несколько крутых таких порогов интересных. А потом будет обед. А после обеда мы поедем на Тазы каньон на джипах. Еще будет зиплайн, тарзанка. О, да, зиплайн. Едем на рафтинг. А, тоже первый раз, да? Да, первый раз. Рафтинг первый раз, да. Здорово. Не, первый раз. А, капитан. Это первый раз. Это как? Утешительно. Это наш капитан. Today first. Сегодня. Выгружаемся. Из автобуса. Вы тоже первый раз, да? Да. Не страшно? Не, нормально. Нормально? Нормально. Молодцы. Привезли тоже лодки, весла. Это для нас. О, все. Валера, мы отчаливаем. Греби, вперед. Это у нас BMW, Mercedes и Audi. Девушка, подойди. Греби, вперед! Еще. Да, тоже. Так у тебя на байдарке опыт. Я плавал на байдарке. Вы первый раз? Да. А, тоже первый раз, да? Да, ясно. То есть вот по горной реке первый раз. Все хорошо получается, молодец. Для первого раза так вообще. Ангелина, сила! Пока не страшно. Пока не страшно? Да. Ох, какой камень. А, кстати, мы в прошлый раз останавливались на каком-то источнике. Опа, рожек будет.
хороший. Лодка большая, ей нипочем. Раз! 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 Баги! О, сейчас будет водопад, смотрите, там водопад! О, а что, белый камень такой, надо же! Родник, набираем чистой воды. Все бесплатно. О, ребята, привет. Давай. Сколько стоит байдарка? $10. А, плюс 10 к экскурсии, да? Вот, еще $10 и отдельно на байдарочке, да? Хорошо. Супер. О, прыгают, смотрите. Своровали, все. Замуж увезут. О! О, супер! Супер! Лево. О, порог! Ребят, вперед! О, как хорошо, не жарко вперёд, зато, да? Ой, свежо. Вперед, давайте, раз. Сейчас в городе 40 градусов, а здесь как хорошо, раз. Да? Здесь. Окей. Раз. Раз. Все, дружба. Дружба, мир. Когда идем на тарзанку, снимаем жилеты, но каски оставляем. Каски оставлять надо, да. Вообще никогда не снимать, в принципе. Каску не надо снимать. Да. Техника безопасности. Наша лодка выделяется, видите? Мы вообще как VIP-персоны. Нас всего 7 человек на лодке. Обычно 10, даже 12 человек бывает. Вот, все, идем на тарзанку. У вас самая миролюбивая лодка с веточками на голове. Да. Не брызгаетесь, ничего, молодцы. Брызгаемся. А, брызгаетесь, да? Я не видел. Мы защищаемся. Да. Это у вас... Это
Это наша фишка. Да-да-да, я так и понял. Уважаемые люди добрые, тарзаны, камер, мунему. Каньон – это скала, обрыв, скала, река. Ну, это назвать, это зиплайн. О, вот так вот вас одевают, да? Давайте. Куда, сюда? Сколько размеров есть? Дырки. Вот так вот надо, раз, ногу. Вторую ногу тоже так, раз. Поднимаем. Сейчас все расскажут. Наташа, что, тебе уже страшно? Уже страшно? Вы голова назад держите, вы не так. Если вы так помните, когда вы там тоже, когда вы бам, четыре глаза. Голова назад держите. Кто готов, наверх поднимите, пожалуйста, наверх. Вот на этой дороге, наверх поднимите, пожалуйста. Все, еще по дороге надо идти. Все, тоже, да? Готово. Да. Видите, натоптанная тропа уже. Все туда уходят, но не возвращаться никто не возвращается. Так что. Мне страшно. Страшно? Ну, мне тоже, честно говоря. Я не поняла, куда голову. Первый раз всегда страшно, Лена, не переживай. Да. Сначала на галерах, теперь зиплайн. Вот он, ну, еще в гору надо залезти. Развлечение. Да. О. Страшно? Ну так. Да. Вот так вот девочка здесь будет нас катапультировать. Прощай, бро. Все. Ура, да? Мне сказали, меня там встретить. Все же, ты первый. Нет, давайте, я уже потом. Давайте. И вот так, вот так. Ну что? Прощай, Лена! Лена! Давай, вперед! Возвращайся! А что ты, Сереж, ты не поедешь в Туринске за Леной? Я после вас. Я только после вас. Да, здесь все нормально. Нормально? Не переживай. Лен? А Бер, вот так. Нормально. Как ты поднести? Подойди. Я не ожидал такого приземления. Талам, и секирлер. Я лечу! Вот такие вот встречают нас. Спасибо, ты шикирлер. Ты шикирлер. Ну что? 2 минуты страха, у меня руки до сих пор. Слушай, я думала, там мы останемся, а он перецепил. Я да, назад, да. Вообще, все настолько быстро, мы не успели еще вообще на, понять. Назад на одну, ну, да? Да. Представляешь, тебя переключают. Ну, интересно, да, здорово. Здорово. Чё, гузель? Чё, гузель, бёле бурдан тутмак ёл. Ама. Дарья, тут
Тут мясо надо, тут лапки. Ну все, все хорошо. Ты чекирлет? Хорошо. Нормально. Все? Живые, здоровые. Хорошо. Вот, со стороны это выглядит примерно так, видите? Оттуда вылетают. Сейчас. А, вот так вот. В одну сторону улетаешь, там разворачиваешься и в другую сторону. Туда. Понравилось вам? Сейчас наши. А, ваши только пойдут. Пойдут. Да, давайте. Да. Обязательное условие, нужно нырнуть в реку. Напоминаю, вода сейчас 17 градусов. У-ху! Все, ушел наш ихтиандр. Ушел по течению. Ну вот. Видишь, какой трафик на реке? Можно и под байдарку попасть. Да, здесь расслабляться нельзя. Если сверху не прилетит, то приплывет. Самое интересное. Чё, Гузель? Вот так, нагуляли мы аппетит, теперь будем кушать. Как здорово. Спасибо. Все нормально? Все хорошо. Фантастика. Спасибо, фантастика. В общем, на экскурсиях вот так вот очень сытно можно покушать. Макароны, шашлычок из курицы. Я еще себе хлеб взял. Вот, и без хлеба, да? Да. О, Лена даже хлебушек взяла, проголодалась, да? Так ничего себе, 13. Она работала, гребла. 13 километрах навез. Я свой обед отработала. Здравствуйте, Ворова. Спасибо. Сколько метров у вас тарзанка? Ну, у нас тарзанка в мире самый высокий, Европа самый длинный. Так. 1960 метров длина. А стоимость? Стоимость 80. 80 евро? Долларов. Долларов, евро. Ага, хорошо. Рублей или пирог. Мы сегодня катались на маленькой. Маленькие детки. А что вы мне не сказали, когда будете ехать сюда? Номер-то есть. Я бы вас бы покатал и на зиплайне, и на рафтинге. Хорошо. Спасибо. На этом камне уже тысячи туристов постояли. Вот. Отшлифовали. Самый популярный камень, наверное. Осторожно, дети. Тазы каньон. Высота где-то 500 метров. 1300. 1300? А.
Над уровнем моря, ну а так-то скала 500 метров где-то. А, ты там помнишь, какое русло было, Сережа? Я говорю, вот он завораживает. Вы туда стоите, нет, да? Нет, вы проходите. Угу. Аккуратней, пожалуйста. Ну, это... Вот на такой красивой панораме расскажу вам анекдот про Робинзона Круза. Живет он, в общем, на своем острове, но ему там заняться нечем, он решил себе сделать кинотеатр. Сделал кинотеатр и каждый день как бы приходит, смотрит, о, опять море показывает, о, опять фильм про море. Мораль такая, туристы, если вам надоело купаться, сидеть возле моря, возьмите экскурсию, почувствуйте, я не знаю, себя Тарзаном, как вот сегодня мы. Или на рафтинге прокатитесь там. Или на Тазы-каньон. Тазы-каньон, сафари на джипах. Куча-куча, множество очень интересных экскурсий существует. И вам отпуск запомнится надолго. А вот из морских экскурсий могу порекомендовать три. Первое — это турецкие Мальдивы, остров Сулуада. Очень классный. Мы, когда там катались на кораблях, видели дельфинов. Второе — это Порто-Дженевис, тоже классные, две голубых бухты. И третье — это Мегастар, крутой такой корабль, трехпалубный, из Кимера катает целый день, можно кататься по морю. Там пенная дискотека, в общем, все очень круто, весело. И капитан там очень веселый, Мегастар. В общем, ребята, ссылка будет в описании, будет номер телефона, также геолокация офиса. Кто хочет на экскурсию, записывайтесь. 8, да? Да. Да, это. Мед 8 евро, вот такая баночка. Продают чай. Пожалуйста. Чай, пюшки, и пёшки. Гёзлеме? Гёзлеме есть. А, гёзлеме, бакалым. А, нет, да, да. Я Я пина? Йок, бакалым. А, гезлеме. Оригинал. Куда пищерьёры? Пищерьёр. А мы все ж таки в этот раз сделали парочку зрелищных фотографий. Да. You can understand French, а если писать по-русски, кто-то понимает. Пожалуйста, сюда. Здесь на русском языке, там на английском языке. И на французском. На французском еще, да? А, на турецком. Немножечко напоминает уроки в школе. Сидим за партами. Олег, Оля, Даша, Ксения, Ксюша, забываем. Потому что у них тоже, у других тоже будет Олег, Оля. Это смешивается. Мы не хотим. Мы хотим все вместе что-то делаем этого, хорошо? Примерно. Либо я, либо мои коллеги, кто-то будет кричать «Таразан!» Окей? Соберемся, потом что-то хотим, мы вам скажем, хорошо? Мы все Тарзан. Как зовут тебя, дорогой? Тарзан. Я Тарзан, если что. Сначала рассказываю, потом подробно. Турн. А, хорошо. Ну все. В этой можно плавать, очень хороший Ой, жилет. Хорошо сидит. Безопасно. Okay. This helmet here. Каска here. Сюда. Спасибо. Каска на зале. Хорошо. Все, пойдем за касками. Вот дети тоже, видите. Хорошо. Вот костюмы, кстати, можно выбрать. Но это костюмы дополнительно оплачиваются. Шапка. Вот здесь каску можно взять. Тарзан, видите, написано Тарзан. А, мы Тарзан. Если забудете, как вас зовут, вот. Тарзан, все. Рафтинг у нас делается в Манавгате. Река называется Бешконак. От Кемера приблизительно 2,5-3 часа езды. Выезд с Кемера 8 часов, примерно 18:30-19 возвращаемся. Есть три варианта рафтинга. Первый вариант — это просто рафтинг, сплав по горной реке, это 15 километров сплава. Во время сплава остановки, анимационная программа, обед. А второй вариант — есть три в одном, здесь будет рафтинг, во время остановки будет зиплайнг, после рафтинга обед, после обеда уже катание на багги.
Есть еще рафтинг 4 в одном. Здесь будет рафтинг, зиплайнинг, джипы и самый красивый каньон Турции – это Тазы. Очень многие специально для этого каньона едут, чтобы увидеть ее. А сколько по цене вот такой 4.1? Теперь просто рафтинг. Просто рафтинг стоит $15, 3 в одном стоит $30, 4 в одном стоит $35 на человека. Ну, лучше такую уже брать. Конечно, каньон Тазы очень красивый.